Девушка только сейчас дала такой рекламный буклетик со скидками на дверь. Компания «Квадратный мир». И тут даже есть карта. Сейчас мы по ней пройдемся и проверим, есть ли такие двери у них. Вот мы у входа, вот где пеший вход. Сейчас пойдем по стрелке и выйдем к 59-му павильону. Ну, пошли. Наверное. Проверим. За стройку за это. За нее заворачиваете направо. И бегаем. Наверное. Движемся. Дешево у них. 499 рублей всего. Девятый павильон. Так, тут у нас туалет. Но мы его должны пройти. Так, идем дальше. И проверяем. $500 дешево дверь что-то. А эта дверь 389. Тоже неплохая. Сейчас поворачиваем направо. Идем. Дорога. Симпатичные девочки встречаются. Мы долго идем. Доходим до конца. Почти. Вот здесь мы. Где большой палец. Ну вот, я уже вижу вывеска. 59-й дом. Двери. Ага. Скучаете? Здрасте. Я вашу рекламу увидел. Где вот эта дверь? 2389.
Открыть можно? Где 499 рублей? Так. Акции есть и восьмерочка. Что есть? Восьмерочка. Восьмерочка. Да, на 80. А это на сколько? Сейчас здесь в районе на 80. Хорошо. А вот это еще 1399. Вот это. Угу. Это внутреннее, да? Симпатично. А что за материал? Каркас идет сосна, пленочка 3D. Стекло матовое. Да? Да. Хорошо, спасибо. Счастливо. У нас еще 10 акций. Если вы найдете аналогичный товар, как у нас, дешевле, мы сделаем скидочку 7% от найденной цены. Отлично. Хорошо. Узнать. Спасибо. О, видите, как еще есть акция. 7%. Молодцы, не обманули, короче. Низкие цены. Все соответствует этому делу. Заходите, короче.